фиксиками. Синий, голубой, серый, зеленый. Тим Димыча жду. Он же только утром уехал с родителями. Ты что, всю неделю тут будешь лежать? Лучше давай гостей встречать. Гостей? Я весь класс позвала. Весь? Весь класс! Они там спят, что ли? В гости позвали, а сами не пускают. Симкины штучки. Фаер, попробуй еще раз. Сейчас позвонят в дверь. Зачем? Они что, не могут через замочную скважину пролезть? Нолик, но они же не просто так, а в гости. Гости всегда звонят, а хозяева их впускают. Оп! Не звони! Звонок сломался? Сейчас починим! Сначала надо выяснить, что именно сломалось. Сначала починим, а потом выясним. Фиолетовый, сиреневый, розовый, зеленый, бежевый, оранжевый, желтый, красный, бордовый, серый. Подумайте. Да. Правда? Утром еще работал. Нолик, за мной. Сначала проверим контакты. Проверили. Так, теперь динамик. Динамик цел. Может, с электроникой проблема? А что если провода местами поменять? А толку? Вот и узнаем. Опа! Вот что! Давай провода напрямую соединим. А это не опасно? Сейчас проверим. Ну вот, а ты боялась. Зеленый, бежевый, оранжевый, желтый, коричневый, серый, сиреневый, фиолетовый, розовый. О, включили! Почему? Сначала нужно позвонить. Придержите-ка меня. Оп! Посмотрел мой фильм? Покажи его и своим друзьям. В Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и других сетях. Нажми «Поделиться». Поставь лайк. Тебе не сложно, а фиксикам приятно. А еще мы ждем твоих комментариев. И подписывайся на наш канал. Давай дружить!